что тебе присудили? 15 тысяч. Так, а тебе? 15 тысяч. А какие впечатления общие от судебного процесса? Так, нас там уже вот подкрадываются люди. За нами уже и ходят, и шпионят. Так, ну просто прокомментируй вообще, остались вы довольны, недовольны, будете обжаловать, не будете? На самом деле я в шоке, я даже, мне кажется, у меня сейчас все мысли путаются в голове. Потому что, на самом деле, я считаю, что мы ничего не нарушили, мы нигде ничего противоестественного не сделали. Как бы мы выходили чисто из-за того, что 2 года мобилизации, неустановленные сроки, и высказать свою позицию, я думаю, что нужно.